Всем привет, с вами снова Хомяк Компьютерный. В данном видео я покажу и расскажу, как можно посмотреть дизлайки на своем видео в YouTube. Покажу, как это делается с компьютера. То есть, смотрите, как таковых дизлайков не видно. То есть, у нас всегда видно, допустим, лайки, но есть кнопочка дизлайк, не нравится, палец вниз. И, в принципе, не отображается. Да, некоторые думают, что дизлайки отключены. Нет, они не отключены, они до сих пор считаются, да, если человек ткнул дизлайк, то он у вас считается. Как же посмотреть, сколько здесь дизлайков? Да очень просто, ребят. Смотрите, пару способов. Первый способ, это под самым видео нажать «посмотреть аналитику», а провалитесь. Далее, смотрите, нас интересует сверху взаимодействие. Переходим в взаимодействие. И вот оно есть, смотрите, чуть ниже, нравится. И тут отображается исключительно в процентном соотношении. Среднее значение по каналу, да, и нравится 96% поставили нравится. Соответственно, там 4%, там 3,3% не нравится. Жмем подробнее. И тут конкретно будет, смотрите, как скопировать ссылку. Да, процент соотношения, нравится 2899 и не нравится 98 человек по каким-то причинам. Ну, не осилили этот видос или я им технически не нравлюсь. Это первый способ, он в принципе простой, но что-то много проваливаться надо, да. Если видос у вас вышел недавно, я вам показывал старый видос, то есть вам надо последнее видео посмотреть с дизлайками и с лайками, то тогда слева, вот просто у себя в YouTube, да, выберите ваше видео. Нас выкинет в творческую студию или каким-то другим способом зайдите в творческую студию. Способов там много, но все равно провалитесь в контент. И вот все мои видосы. И смотрите, в самом конце, вот напротив каждого видео, есть вот отметки нравятся. Да, и 100%, 100%, вот допустим 89%. Если просто на проценты навести, то смотрите, что получается, нам сразу начинает отображаться, нравится 58, а не нравится 7. Вот второй способ, и так, кстати, поудобнее, сразу можно там несколько своих видео проверить, не несколько, а даже все свои видео можно проверить, если у вас не так их и много, у меня их больше 1000, я просто запарюсь так все проверять. Ну, в общем, ничего сложного я здесь не вижу. Если видео пригодилось, понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал, делимся с друзьями. Всем удачи, всем до свидания.